Продолжаю снимать. Сегодня шторм, мы решили пойти на песочные пляжи, потому что здесь такие тоже есть. Они чередуются. Галька, песок, галька, песок. То есть, в принципе, на любой вкус. Какая шикарная магнолия. Прямо напоминает нашу Ялту. Извиняюсь, что потрясывает камеру. Меня постоянно дергает Оливер. Несменный мой попутчик в видеороликах. Вот такая красота. Утро. Приятный морской бриз. Ой, даже хочется заснять волны. Сады, потому что все очень хорошо поливают. Вот такая красота. По всему пляжу есть велодорожки. Турки очень следят за своим здоровьем. Утром здесь даже есть группы, делают гимнастику. И очень много есть на велосипедах. Вот мы медленно подошли к песочному пляжу. Здесь сразу наблюдается много людей, несмотря на что. Такие вот кафешечки на набережной. Вечером здесь все становится очень активным, звучит музыка. Живая, очень вкусная турецкая кухня. Вообще, конечно, здесь просто неповторимый колорит в Тануке. Пляжики такие очень оформленные, аккуратные, приятно отдыхать. Просто наслаждаешься. Все сделано для людей. Вот здесь такой огромный комплекс, и вечером включают бассейн с фонтаном. Как-нибудь вечером тоже сюда придем, поснимаем для вас, чтобы вы, когда приобретали недвижимость, понимали, по району, в каком районе вы бы хотели жить. Ну вот здесь мы с Оливером остановимся. Еще раз покажу вам набережную. И пойдем поплаваем. Продолжаю снимать. Шум волны здесь настолько сильный, что я не знаю, будет ли даже слышен мой голос. Вот дошла до края пирса. Пальмы, море, солнце. Немножечко поснимаю для вас вода сегодня. Изумрудная. Не знаю, передаст ли эта камера. Прозрачная, несмотря на что. Мы уже поплавали. Вот такой вот берег. Пляж как бы разделяется, да? Есть галька и есть песок.
магнетический песок такой интересный, плотный. Очень тяжело отмывающийся. Поэтому я предпочитаю гальку. Такие лежачки. Очень красивый, уютный комплекс камер. Пляжи. Многие только из-за этого приобретают эти квартиры, потому что практически все дома находятся в 100 метрах, в 200 метрах. Оливер! Сейчас дойду до камушек, немножечко поснимаю камеру, которая в шторм прибивается. Есть такие интересные, разноцветные.